В Невельском районе подведены итоги муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2024». Конкурс проводится ежегодно. Его цель – выявить талантливых, инициативно и творчески работающих высокопрофессиональных педагогов. Конкурс позволяет повысить профессиональное мастерство, поделиться инновационным педагогическим опытом лучших педагогов образовательных учреждений Невельского городского округа. На протяжении 2 недель 9 педагогических работников проходили конкурс испытания, показывали свое мастерство на открытых уроках и занятиях, проводили мастер-классы, делились педагогическим опытом, новыми подходами в обучении и воспитании детей. Каждый из участников приложил немало усилий, чтобы показать свое мастерство, ум и талант. Заключительный, самый долгожданный и волнительный этап подведения итогов конкурса состоялся в зале районного дома культуры имени Невельского. Наверное, для вас будет примером, что у нас в прошлом году участвовала в финале федерального конкурса, федерального этапа, наша с вами землячка. Невельчанка, педагог школы Шибунина. И вот я хочу сказать огромное спасибо и низкий поклон педагогам различного уровня, как воспитатели, либо это учителя в школах, за ваш такой очень важный, очень нужный труд. По итогам конкурсных мероприятий компетентное жюри определило лауреатов и победителей в номинациях. Лауреатом специального приза мэра Невельского городского округа «Надежда» стала Анна Новикова, воспитатель детского сада номер 11 «Аленький цветочек» города Невельска. В номинации «Ведущий за собой» победу одержала Виктория Дементьева, музыкальный руководитель детского сада номер 2 «Рябинка», село Горнозаводск. Победителем в номинации «Педагогический поиск» стала Дарья Пономаренко, инструктор по физической культуре детского сада номер 1 «Родничок», село Горнозаводск. А в номинации «Путь к успеху» победителем стала Александра Кочеткова, педагог дополнительного образования Центра детского творчества города Невельска. Украшением торжественного мероприятия стали творческие номера коллег и воспитанников-конкурсантов. А в зале за участников активно болели группы поддержки. Настал самый волнительный момент конкурса. Победителем в номинации и обладателем звания «Воспитатель года» стала Евгения Циммер, воспитатель детского сада номер 2 «Журавушка» города Невельска. Хотела сказать, конечно, спасибо организаторам этого конкурса, потому что он дает возможность попробовать себя в таком трудном деле. Спасибо большое. Молодцы! Большое спасибо моему любимому коллективу. Без вас бы я не справилась. Вы меня поддерживали на протяжении всех этапов. Спасибо большое вам. И хочу сказать спасибо большое своей семье, своему любимому мужу, который вместе со мной проходил все эти этапы. Спасибо. Спасибо. Абсолютным победителем муниципального конкурса «Учитель года 2024» стала Дарья Близка, учитель начальных классов МБУ СОШ номер 2 города Невельска. Педагогический стаж Дарьи 13 лет, а быть учителем – это мечта детства. Учителем я хотела стать с самого раннего детства, и при выборе профессии у меня не возникли сложности, я сразу пошла учиться на учителя начальных классов. Участие в конкурсе мне дало… во-первых, я получила опыт, колоссальный опыт. Я попробовала свои силы, я знаю, что я могу и в каких моментах мне нужно еще подучиться. Это очень хороший шанс увидеть свои плюсы и минусы в педагогической работе. Дарье предстоит отстаивать честь Невельского городского округа на региональном этапе конкурса. Мы уверены, конкурс профессионального мастерства занял в сердце каждого участника особое место. Поздравляем всех участников и победителей конкурса. Желаем процветания, новых взлетов и профессиональных побед. Служба информации Невельских новостей.